Я окончательно разорена. Я отдала на этот спектакль все деньги. 25 тысяч. Все до копейки. В суд! Я обращусь в суд! Я взыщу с них все! Умоляю, успокойся. Отстаньте! Из-за какого-то градоначальника все летит к чертовой матери. Дом сжигают дотла одним росчерком пера. Что же остается? Продать театр. Мое дело. Это был хороший театр. Морально, не морально. А людей выбрасывать на улицу посреди сезона. Людей, защищенных лишь талантом, а значит, и вовсе беззащитных. Это морально. Использована евангельская притча. Поэтому и запрещают спектакль. Я был у городоначальника. Получен приказ синода. А приказ есть приказ. Все билеты проданы. Будем возвращать деньги обратно. Я не верю, что это правда. Увы. С ума можно сойти. Какое ужасное время мы живем. Ничего. Мы еще повоюем. Стоять. Добрый день. Добрый день, добрый день. Вы телеграмму послали? Да, да, конечно. Как ваша девочка? Спасибо, сейчас уже все хорошо. Очень рада. Здравствуй, Ирочка. Здравствуй. Ой, благодарю вас, вы так любезны. Простите, Вера Федоровна, но вы не заплатили по векселям. Вы просто несносно, оставьте меня. Вы мне надоели. Не кричите, пожалуйста. По векселям. Доченька. Ой, мамочка, здравствуй. Очень рада. Спасибо, что приехала. Какой у тебя усталый вид, тебе надо отдохнуть. Какой там, деньги надо зарабатывать. Ой, прости. Доброго здоровья, Вера Федоровна. Добрый день. Подержи, Оль. Добрый день. Куда ты? Одна я, мама, совсем одна. Все на этих плечах, все сама. К чему все эти муки? Эти долгие бесконечные переезды по городам и весям. Мне 45 лет, жизнь прожита. Ну что ж, снова в провинцию, скитаться по чужим театрам, снова в путь. Вера Федоровна, мы просто не знали, что думать. Ты знаешь,
У меня такое чувство, что мы больше никогда не увидимся. Ну, что там происходит? У меня же просто голова раскалывается. Дверь ломали. В своей каюте скончалась Вознесенская. Бедняжка, что с ней стало? Молодая, красивая, прекрасная актриса. Как она мучилась, страдала. Все что угодно, только не такая смерть. Это какой-то ужас. Я теперь несколько дней не засну. Обещайте мне, что если когда-нибудь вы меня увидите в таком же положении, вы как друг должны избавить меня от этих мучений. Убейте, сожгите, отравите. Только для меня. Сделайте это и для других. Чтобы они никогда не видели меня такой ужасной, такой безобразной. А знаете, Ирочка, какой сегодня день? Сегодня день рождения Антона Павловича Чехова. Ему исполнилось бы всего 50 лет. Велите дать телеграмму. Москва. Студенческое общество. Во всей вселенной, вечным и неизменным, останется один лишь дух. Чайки. Комиссар Жевская. Какая прелесть. Да. Вы позволите? Да, пожалуйста. Прошу, Вера Федоровна. Осторожнее. Пошли, пошли, быстрее.
А что там? Курит опиум. Я хочу попробовать. Достаньте для меня. Что? Что вы? Я пошутила. Вера Федоровна, это черная оспа. В городе эпидемия. Что же делать? Что делать? Прекращать гастроли. Представляете? Вначале один, а потом вся труппа. А я еще жить хочу. Но у нас все билеты проданы. Конечно. Это моя забота, поверьте мне. Вы не видели Веру Федоровну? Она... Здесь она. Битый час вас ищу. Что, что случилось? Кто-нибудь заболел? Да. Неужели? Нет. Этого не может быть. Господи, спаси и помилуй нас. Вера Федоровна, вы мне не нравитесь. Как вы-то себя чувствуете? Я? Прекрасно. Прекрасно. Что у них? Оспа.
я полагаю, что это оспа. А может, тиф? Нет, самая натуральная оспа. Она, несомненно, заразилась на местном базаре. Да, эти местные базары. Господа, ну что вы там все шепчетесь, шепчетесь? Пойдемте, господа. Смерть. Какое небо странное. И совсем близко. Так и хочется самым кончиком пальца тронуть его. И чтобы оно немножко меня вошло. Воздуха не хватает. Не хватает воздуха. Боже мой, как жизнь ужасна. И зачем это в нас заложены все эти начала и концы? Вера Федоровна. Сколько можно объяснять? Она не сможет играть спектакль. Не сможет. Доктор. Ее нужно немедленно уложить в постель. Мы с вами совершаем преступление. Но в зале публика. Ну, хорошо. Пускай она примет хинину. Порошки я оставил у зеркала. Зеркало. Вера Федоровна, давайте отменим спектакль. Зачем вы пригласили врача? Велите дать третий звонок. Хорошо. О, Боже! Занавес дайте! Занавес! Занавес! Господа, я должен сообщить вам, что в связи с внезапной болезнью Веры Федоровны мы вынуждены прекратить спектакль. Деньги за билет вы можете получить в кассе в течение 3 дней. Они не расходятся. Они плачут. Они меня ждут. Все по местам. Спектакль продолжается. Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь человека с ее темным началом и темным концом, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь человека. Я хочу прийти к моим ученикам с непогасшим огнем.
здание может быть в готическом стиле, с круглыми разноцветными окошками и много птиц. Они поют. О чем поют? О бедной, кочующей принцессе. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. Я желаю радости, больших, маленьких, всяких, лишь бы радости. Общая мировая душа – это я, я. А мне душа Александра Великого. И Цезарь, и Шекспир, и Наполеон, и последние пиявки. По мне сознание людей сплелись с инстинктами животных, и я помню все, все, все. И каждую жизнь себе самой я переживаю вновь. Прощайте, когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещайте. Сколько ей осталось жить? Все в руках Божьих. Кто может на это ответить? Она хочет что-то сказать. Только потише. И это все. Ради этого. Стоило жить. С чего все это началось? Как я пришла на сцену? Я хочу вспомнить мою жизнь. Вспомнить, как росла моя душа. Вспомнить мир, который меня окружал. Зачем? Чтобы еще раз прийти к вам. Чтобы еще раз прийти к вам. У нас в доме всегда звучала музыка. Папа был первый тенор России. Он пел на сцене Мариинского театра. Моя ученица. Очень приятно. Божественно. А, Вера, иди, я тебя познакомлю. Ой. Вот. Привет.
этот подарок? Кому? Вы знаете, что? Петь с ним одно Гриша. Наслаждение. Гришенька. Он партнер прекрасный. Что ж, я очень рада. Да, петь на сцене такое счастье. Мама, смотри, какой я подарок завоевала. Умница. Иди, покажи. Иди. Позволите? Угу. По-моему, все хорошо, мило. Правда? Ну, совсем ты голову потерял. Зачем привел ее сюда? Господи, ушла бы я отсюда, куда глаза глядят. Детей жалко. Сейчас пой. Звони. Теперь говори. Ваш выход, госпожа комиссар Жевская. Верочка, на серединочку. Так что начинай. Пальма. Ой, пальма. Верочка, ты куда? Ну что ты, мама? Ну что ты испугалась? Я не могу. Не получается. У нас театр сегодня не получается. Вера. Вера, ты что, меня не слышишь? Слышу. Вера, что такое Вера? Почему меня так назвали? Вера. Вера? Ты когда во что-то веруешь? Вот Христос ходил по воде, Аки посуху, потому что верил. А я смогу пройти по воде? Сможешь, если скажешь себе, что веришь. А я? Гриша, отойди от воды. Ну что, хочешь пройти по воде? И не получается, потому что ты не до конца поверил. Марья Николаевна! Федор Петрович в город собираются! Уезжают! Я сам хотел избежать этого развода, но... Поезжай. Уже поздно. Детей жалко. Детей жалко. Прости, если сможешь. Мы неплохо прожили. Не надо. Возьми. Ничего не говори, не надо. Возьми зонтик. Спасибо. Уезжай. Прости. Что же вы бегаете под дождем? Идите сюда, скорее идите сюда. Вы же промокли совсем. Дети мои, мы одни. Понимаете, одни. Я знала. Это когда-нибудь должно было случиться. Мам, а что случилось? Папа уехал от нас насовсем. Ничего, дети. Ничего, как-нибудь проживем. Верочка, а где Гриша? Вера, ты оставила его там? Одного? Вера. Гриша! Гриша! Мама, не надо. Пошли, мама, скажи.
Мама! Гриша! Мамочка, пожалуйста, ну не надо, уставай. Ну, мама, пошли домой. Мамочка, пойдем домой, я там не Завтра будет 10 лет, как утонул Гриша. Верочка, ты так стоишь, как будто готовишься к выходу на сцену. Ваш выход. Девочки, мы уезжаем. Зовут. Пора ехать. Так не хочется в город. Интересно, что нас там ждет. Да. А как поживает граф? Он перестал мне нравиться. Перестал нравиться? Pourquoi vous êtes dans la cour? C'est honteux. Ну что вы весь день толчетесь во дворе? Что за дурная манера, Оля? Ты занималась музыкой? Вера, а что с тобой? Ты какая-то странная. Приезжал граф Муравьев, приглашает Веру на охоту. Ой, боже, как вы выросли из этих платьев. Ой, как вы одеты. Мамочка, мы хорошо одеты. Вы прекрасно одеты. Что ты? Вера, что ты? Все прекрасно. Граф
предложение. Я люблю его. Я счастлив. Раба Божия Вера, рабу Божию Владимиру, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Папа и не приехал? Нет, не приехал. А что с ней? По-моему, она влюблена в твоего мужа. Ой, я, кажется, сережку потеряла. Ну, ничего, мама, это к счастью. Натяни повод! Повод натяни, я сказал! Хорошо, хорошо. Повод держать! О, здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте, мои милые сестрички. А мы со станции пешком шли. О, ну как же так? В вагоне было душно, мы решили пройтись. Здравствуй, моя милая. Здравствуй. Как я рада, что вы приехали. Вера, ты прелесть. О, какая чудная картина. Я, пожалуй, буду вас рисовать. Нет, нет, меня не надо. Только обязательно нужно сменить платье. Ты знаешь, я ей подарю свое. Хорошо. Куда же вы, Оля? Садитесь в коляску, мы вас догоним. Ну, поехали. Пошел, мой милый. Как она похорошела. Хорошие. Мне пора. Как жаль. Возвращайся скорее. Потерпи немного. Он прекрасно рисует. Да. Ты знаешь? Он страшно ревнив. Однажды он рисовал меня несколько... Да, понимаю. И вот кто-то вошел, он бросился на него, как тигр. Он такой странный. Мне с ним так хорошо, я люблю его. А как вы живете? Скучно. Правда, тут как-то были в театре. О, ты знаешь, мы тоже на днях ездили в оперу. Но после папы никого невозможно слушать. Да. Верочка, куда же ты? В такой дождь. Нет, нет, я поеду к нему. У меня что-то на сердце. Нехорошо. А ты зонтик-то взяла? Взяла. Поехали. Ну, ну, трогай. Господи,
Оля! Моченька, ты хорошо выглядишь сегодня. И глаза нравятся мне. Я все ломаю голову, какое бы занятие тебе придумать так, чтобы по душе. Может, театр? Можно ведь с кем-нибудь поговорить, чтобы тебя послушали. Ты ведь хотела. Ой, какой воздух здесь чудный. Хорошо здесь. А Олечка как у нас выросла. Совсем барышня стала, правда? Мама, ты что-то не договариваешь, скрываешь? С Надей ужасно. Она сбежала от этого негодяя. Где она? Она в пролетке, она с нами приехала. Оля. Ну что, мам? Верочка, не надо. Верочка, не надо. Она не хотела сюда ехать. Это я. Я сама. Мы здесь проездом. Она ждет ребенка. Я хочу посмотреть на нее. Вера, подожди. Я прошу тебя. Может быть, она останется со мной? Конечно. Это было бы прекрасно. Наденька, ты хочешь? Мне все равно. О, милая рука. Но в чем она? Ах, узнаю, она в крови слегка. Ненавижу. Боже мой, ты приехала мирить нас. Только сейчас я поняла. Совсем голову потеряла. Я хотела добра. Преступная семья. Видно, нет мне места на этой земле. Может быть, там, на сцене. Здравствуйте. Простите. Вот, пожалуйста, у меня есть разрешение. Идите. Спасибо. Идите. Нет, нет, налево по дорожке. Ах, сюда. Спасибо. Ты приехал за мной. Я соберусь быстро. Нет, нет, Вера, подожди. Я разговаривал с доктором. Доктора? Ну, давай хоть обнимемся, Верочка. Ты дома был? Да, как узнал, так вот сразу. Видел маму? Да, маму видел. Надежду видел. Плохо она выглядит.
Ее ведь тоже жалко, бедняжку. Как ты живешь? Как обычно. Преподаю. Вера. Что, папа? Выслушай меня внимательно. Как только закончишь здесь курс лечения, то поедешь за границу на воды. Мы с мамой так решили. Наберешься сил и сразу ко мне в филармоническое училище. Я сделаю из тебя превосходную певицу. Певицу? О, певицу! Ой, это все такое же, папа. Ты должна каждый день упражняться. Тут есть инструмент? Папа, какой здесь может быть инструмент? Ну, хотя бы пианино. Где-то у вас здесь должно же быть. Ты узнай, хорошо? Хорошо. Я узнаю. И больше читай. Читай папочка, больше. Папочка, хватит. А мне здесь нравится. Тишина, покой. Я хочу в палату. Я хочу в палату. В палату я хочу. Погоди, Верочка. Вера, я плохой отец. Я знаю. Но ты, любовь моя доченька, прошу тебя, старайся жить. Старайся. Она не чувствует трагедии. Пострадать бы ей немного. Пострадать. У нее была трудная жизнь. Она много болела. Потом неудачное замужество. У нее есть душа. Это хорошо, когда есть душа. Сколько же ей лет? Скоро 29. Поздняньки в такие годы начинать. Поздняньки. Театральное училище тоже. Мы хотели бы брать уроки у вас. Голубушка. Я ведь дорого беру. Конечно, я бы взял полцены, как с дочерью артиста. Но нужен талант. Трагический талант. Помните, у Островского несчастливцы говорит. Знаешь, какую актрису мне нужно? Душа мне нужна. Жизнь. Огонь. Бросится женщина от любви головой в омут. Вот актриса. В омут-то проще всего. Что-что? Я непременно напишу рекомендательное письмо. Вот, возьмите. Маловато, барышня. Сейчас овес подорожал. Пожалуйста. Благодарствую. Ну, отравлю. Верочка, ты не озябла? Нет, мамочка. Простите. Слушаю. Где находится театр? А вот перейдете площадь, и сразу будет театр. Спасибо. Ну что же мы стоим, садитесь? Нет, спасибо. С чего бы вы хотели начать? Не знаю.
У вас в лице есть комическая складка. Быть может, вы хотите начать с драматической роли? Нет, нет. Драму я никогда не смогу. Это не для меня. Я тоже так думаю. Итак, вторые инженю и водевиль с пением. Угу. И прошу на сцену. Папа, здравствуй. Прости, я тебе снега нанесла. До встречи в Санкт-Петербурге. Я вас понимаю. Мама, меня приглашают для переговоров в Александринский театр. В Петербург. Я ко двору. Терпите, голубчик. Нам ведь артистам за терпение платят. Это же императорский театр. Но это лучший театр России. Я здесь чужая. Антон Павлович, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Садитесь.
Продолжайте, продолжайте, господа. Ну что, как идет дело? Ничего. Четвертая репетиция. О чем я? Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я теперь настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Пьянею на сцене и чувствую себя великолепно. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле, неважно, играем ли мы на сцене или пишем, главное, не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умею нести свой крест и веруй. И я верую. И мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жизни. Жила я радостно по-детски. Проснешься утром, запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь завтра ехать в Елец в третьем классе с мужиками. В Елеце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь. Простите, я заставил вас ждать. Ничего, ничего. Ну, так вот, монолог в первом акте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы читаете его как хорошая актриса. А ведь Нина Заречная простая деревенская барышня. Первый раз говорит со сцены. Трусит, дрожит. И вообще вы все могли поменьше. Это невозможно. Всего 5 репетиций. До сих пор роли читаются по бумажкам. А может быть, пьеса нудная? Ну что вы? Когда я первый раз читала, я просто всю ночь проплакала. Боже мой, через 2 дня премьера. У меня просто душа уходит в пятки. Вера Федоровна. Верочка. Они ничего не поняли. Они слепые. Глухие. Ничего не поняли. Больно. Так обидно за Чехова. Чайка провалилась. Да, воистину, нет пророка в своем отечестве. Верочка, ты знаешь, я тоже многого не поняла. Ты неплохо сыграла, но знаешь, пьеса какая-то нелепая. Что ты, Вера? Нет. Что? Нет. Вера. Я не хочу никого видеть. Вера, и меня? И тебя. И всех. И себя. Как я ненавижу этот театр. Актерские конюшни.
для высочайших особ. Воздуха не хватает. Не хватает воздуха. Вера Федоровна. Вы должны дать благотворительный концерт в пользу нашей партии. Вы так со мной разговариваете, как будто я нахожусь у вас в подчинении. Сейчас ни время, ни место, мне на сцену. Это очень важно. Я решительно устал, у меня нет сил. От этого спасение одно. Действие, борьба. Вы так легко произносите это слово, как будто за ним ничего не стоит. Стоят. Вполне определенные вещи. Легкость моего тона от ясности. Задачи. Типография, газеты, деньги. Точнее, в другом порядке. Деньги. Типография, газета. Я не революционерка, я всего-навсего актриса. Каждый выбирает меч себе по руке. Мне всегда кажется, когда я вижу вас на сцене, что везде и все революции делаются женщинами. Ну, хорошо. Приходите завтра в театр. Максим Горький. Песнь о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнией подобен. Нет, вы знаете, я с этим согласиться не могу. Почему? Что вас не устраивает? Вот это. Ну, это же ваш театр. Так и надо назвать театр Комиссаржевской. И с точки зрения кассы. Знаю, Вера Федоровна, а какое название вы предлагаете? Просто. Драматический театр. Вот только ждать мы не можем. Капитал-то в обороте не лежит, потребность в нем имеется. А работу когда уже сделали? Ну, голубчик, потерпите, пожалуйста. Разбогатеем, я расплачусь. А, ладно. Алексей Максимович. Приветствую вас долго и протяжно.
Высоко вы поднялись, до вас и не добраться. Расту, расту. Вы даже не представляете, как нам нужна такая пьеса. Замечательно. Ведь это может быть новый поворот, театр. Ну, не преувеличивайте, Вера Федоровна. Вы знаете, весной читал в художественном. Мне понравилось. Но писателя, как, впрочем, и актера, самолюбила, как пуделя. Вот еще раз хочу попробовать. Действующих лиц 32 человека. Целый губернский город в лице его интеллигенции. Ну вот что удивительно. Все женщины у меня получились ненавистницами мужчин, а мужчину отчаянными прохвостами. Я этого не добивался. Гачники, сцены, действующие лица. Басов Сергей Васильевич, адвокат, под 40 лет. Прошу прощения, госпожа комиссаржевская. К сожалению, ничем не смог вам помочь. Честь имею. Да, вчера моя супруга была у вас на премьере. Говорят, был какой-то скандал. Да, кое-кто из публики получил пощечину по сытой, размалеванной физиономии. Я очень хотел услышать ваш чарующий голос, но совершенно не понимаю, как могут звучать со сцены тексты Горького. Это звучит примерно так. Я прочту вам финальный монолог из нашего спектакля «Дачники». Вы позволите? Я ненавижу всех вас неиссякаемой ненавистью. Вы жалкие люди, несчастные уроды. Вы ряжены. Пока я жива, я буду срывать с вас лохмотья, которыми вы прикрываете вашу ложь, вашу пошлость, нищету ваших мыслей, разврат чувств. Не надо, это бессмысленно. Нет, пусть эти люди слушают. Я дорого заплатила за мое право говорить с ними откровенно. Вы забываетесь! Молчать ни слова, не смейте ни слова! Вы хотели слышать мой чарующий голос? Я надеюсь, что вы запомните его. Я поклонник вашего таланта. Очень часто хлопал вам. С галерки. Извините, мадам, не положено. Прошу вас. Вы наша. Что с вами происходит? Правда, я слышала. Я не могу работать с ним в одном театре. Я жить не хочу. Вот я сейчас в зале видела своего бывшего мужа. Позвольте мне откровенно.
Он поступил со мной жестоко. С тех пор я никого полюбить не могу. Пусто здесь. О, милая рука. Я узнаю ее. Но в чем она? Она в крови слегка. Это еще что? Кто ее сюда пустил? Мне сказали, что она ваша сестра. Зачем ты пришла? Нам захотелось, вот мы и пришли. Право, я не знаю. Мы с таким трудом достали билеты. Вера, ты стала такая актриса. Это была не игра, а жизнь. Жить как раз я сегодня на сцене не смогла. А притворяться не было сил. И публика. Им говорящих львов надо показывать. Ты, наверное, тоже хочешь быть артисткой? Да. Только такой, как мама. Я сегодня смертельно устала. Мам, пойдем? Да-да. До свидания. До свидания. Зачем ты вернулась? Сними с меня этот грех. Это крест мой. Прости меня. Вчера в Италии скончался папа. Царство ему небесное. Вот и все. Теперь мы должны быть вместе. Мне пора на сцену. О себе говорю я. Вы не хотите меня понять. Я бежала однажды вечером, 25 лет тому назад.
через 3 месяца он разлюбил меня. Я потеряла стыд. Я потеряла разум. Утратила всякую надежду. Изменив Господу, я принадлежала поочередно всем мужчинам, позволяя им унижать свое тело. Я так пала, что ангелы небесные, несмотря на свои большие крылья, не могли меня поднять. Господь не видит зла, совершенного без злобы. Вот-вот, как будто у вас крылья. Я не могу, когда вы меня останавливаете на сцене и требуете того, чего у меня нет. Я не кукла, я актриса. Я должна все пропустить через себя, пережить. Ну, по этой логике, вам надо постричься в монахини. Вам смешно, господин Мирхольд. А я нахожусь на перепутье. Видимо, у нас разные хрусталики в глазах. По-видимому, мы по-разному смотрим на природу актера, на театр. Позвольте мне откровенно. Конечно. Я начала сомневаться в правильности того пути, по которому идет театр. Может, мне уйти из театра? Это трудный вопрос. С теми из вас, кто пришел в мой театр, веря в него, с теми из вас, кто работал и работает со мной, веря в меня, я должна, я хочу поделиться своим решением. По окончании этой поездки я совсем ухожу из театра. Я ухожу, потому что театр в той форме, какой он существует сейчас, перестал мне казаться нужным. Которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным. Вера Комиссаржевская, 15 ноября 1909 год. Это твое окончательное решение уйти из театра? Да. Ошибка непоправимая. Ошибки в нашем деле неизбежны. Да, но и не обязательно. Прости меня, Вера Федоровна, но я по старой дружбе скажу тебе откровенно. Здесь твои друзья. Не хватит ли ошибок на твою долю? Бросила императорскую сцену. Ладно, хотя я считаю, это была ошибка. Открыла свой театр. Это прекрасно. Да, прекрасно, но потом все бросила. Открыла второй, снова искала, снова бросила.
и вообще осталась без театра. Театр продан с молотка. Разорена. Мы же видим, как ты страдаешь. А теперь надумала школу открыть. Да, опять твои воздушные замки. Пора успокоиться. Да. Успокоиться. Чтобы честно прожить в искусстве, нужно рваться, метаться, биться, ошибаться, находить и бросать. И вечно бороться. Все это прекрасно, но ты же великая актриса, гордость российская. Твое дело играть на сцене. А все эти поиски новых форм... Право. Странный разговор. Да, я много ошибалась. Ну, хорошо. Пусть я буду сумасшедшей. Не сердись, но зачем тебе лезть в эти высокие материи? Поверь мне, все давно уже найдено. Все звезды на небе пересчитаны. Ну, чего еще искать? Правду. Свою. Единственную. Я прошла старый театр, новый театр. И того, что искала, не нашла. Но я верю, что найдут ее мои ученики. Обязательно найдут. Жизнь начинается там, где начинается искание правды. И где оно кончается, прекращается жизнь. Люди ошибаются, думая, чтобы не споткнуться, надо смотреть вниз. Надо смотреть вверх. И только вверх. Гроб, велите запаять. Не хочу, чтобы видели меня мертвым. Просто не верится, что там за окном 20 век.
Вот мы и постарели сразу на 100 лет. Как жаль, что нам не встретить 21-й. А так хотелось бы. А можно и встретить? А вы знаете, мне иногда кажется, что я не умру никогда. Но время неумолимо. Все на свете забывается. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса. И, конечно, забудут наши роли, на которые мы потратили столько сердца и души. Ну да ладно. Был бы жив театр. Одного я боюсь. Как бы не выбросило его время, как повзрослевшее дитя выбрасывает ненужную игрушку. Вон там маленькая звезда. Она моя. Она зовет меня. Зовет.